монастырь Богородицы Полегодина расположен в нижней части северных склонов Перина, всего в нескольких километрах к северо-западу от Банска. А рядом находится плотина Белизмата. Плотина Белизмата – идеальное место для рыбалки, пикника, прогулки и просто дня на свежем воздухе. Также есть действующий ресторан «Встреча рыбаков». Эта дорога к монастырю ведет, а по обеим сторонам дороги вот это поле и все кусты – это лаванда. И с этой стороны лаванда вдоль всей дороги. Сейчас цветов нет, но от жары, от кустов исходит такой аромат лаванды. Просто чудо! Монастырь был построен во время Второго Болгарского царства, но османы разрушили его до основания во время рабства. Постепенная реставрация началась в 1936 году и завершена была в 1964 году, и монастырь был освящен митрополитом Пименом. Вход в монастырский комплекс возможен, но сама церковь не всегда открыта. Двор красивый, уединенный, обнесен каменным забором. Есть столики, скамейки, тенистые деревья, можно посидеть, отдохнуть, есть вода. Внешний вид монастыря старинный, каменный, с большой округлой входной дверью и маленькими окнами. Вокруг монастыря начинаются прекрасные
маршруты для горных велосипедов и пеших прогулок. Маршруты эти часто посещают энтузиасты. Пешеходные или велосипедные маршруты очень приятные, не всегда они легкие, иногда даже тяжелые. И все маршруты имеют разметку.